Всем привет! Меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале Татьяна Love Nails. В этом видео у нас будет обзор продукции от Bon Pretty. Здесь есть интересные и вкусные новинки. С 6 по 17 июня на официальном сайте Bon Pretty проходит распродажа. Это большая летняя распродажа. Ссылку на официальный сайт я вам оставлю в инфобоксе. Также на своих экранах вы сейчас можете видеть промокод, которым вы можете воспользоваться при заказе товаров на официальном сайте. Предлагаю рассмотрение начать с флаконов. Как вы знаете, флаконы все тщательно зафальцованы. Первые два флакона из люминесцентной серии. Их номера NL05 и NL06. 05 номер – это желтый неон. Сразу на кисти видно, что он будет полупрозрачный, поэтому белая либо молочная основа под него будет обязательной. 06 – это салатовый неон. И также он полупрозрачный. Сейчас оба эти оттенка мы с вами выкрасим на прозрачный типс. Оба этих оттенка на прозрачном фоне действительно смотрятся с проплешинами в первый слой. За кадром я покрою второй, и мы с вами посмотрим на итоговый результат. Вот так эти два оттенка выглядят уже в два слоя. Несмотря на то, что они полупрозрачные, они шикарно перекрыли прозрачный типс. Эти оттенки яркие, сочные, прекрасно подойдут на лето. Также красиво они светятся. Желтый менее ярко, а вот салатовый очень и очень ярко. Сложно передать этот эффект, поскольку видео записываю днем. Такие полупрозрачные оттенки шикарно сочетаются между собой в градиенте. Для того, чтобы цвет гель-лака был насыщенным, я специально взяла белый типс. На ноготках можно использовать молочный гель, либо молочную базу, либо полигель, в зависимости от того, чем вы укрепляете либо выравниваете ноготки, и тогда этот гель-лак будет смотреться очень ярко и насыщенно. Кисть для градиента разметающими движениями из стороны в сторону я смешиваю эти оттенки. Смешиваются они прекрасно и плавно переходят из одного в другой. Вот такой вариант дизайна у нас с вами получился. Как вы знаете, свой собственный дизайн вы можете сделать абсолютно неповторимым. Я лишь показала вариант, какой может быть. Следующие два флакона – это топы с эффектами. От этой торговой марки глянцевые топы с эффектами у меня уже есть. В ранних распаковках вы можете это посмотреть. А сейчас я взяла два недостающих. Первый из них – это глянцевый топ с добавлением декора в цвете розовое золото. У продавца представлено в цвете серебро, желтое золото, также есть ярко-розовые частицы в таком же топе, а здесь розовое золото. Второй топ под номером 5, он также глянцевый, и здесь мельчайшие частицы, черные, белые и очень маленькие и искристые. И вот еще раз два этих топа. На мой взгляд, топы классные, универсальные, именно поэтому они появились в моей коллекции. Еще один флакон от этого производителя, и здесь полупрозрачная серия. Гель-лак под номером GN12. Из этой серии есть уже несколько оттенков в моей коллекции, в основном это нюдовые, а здесь меня привлек черный вуалевый оттенок. С таким оттенком у меня сразу ассоциируется классический стемпинг с сеточкой, что будет смотреться очень аккуратно, а для любителей готики можно выполнить готические мотивы. У нас с вами осталось две баночки, эти баночки также тщательно зафальцованы. В одной из них металлическая краска, а во второй светоотражающий гель-лак. Предлагаю начать со светоотражающих гель-лаков. Такие есть уже в моей коллекции. Эти гель-лаки примечательны тем, что у них очень классные замесы. Выкраску других цветов из этой же серии вы также можете найти на моем канале. Оттенок RS01 есть уже в моей коллекции, и его я считаю самым универсальным, поскольку он подойдет и, скажем так, подстроится абсолютно под любой тон и под любой цвет. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, у кого есть уже этот материал, нравится ли он вам в работе. И в аналогичной баночке под номером MD01 металлическая краска. Здесь цвет золота, у продавца представлены разные оттенки этой краски. Перед тем, как использовать, я решила ее перемешать. По консистенции краска средней густоты, не особо густая, но в то же время и не жидкая.
Особыми высокохудожественными навыками я не обладаю, поэтому мы с вами сделаем несколько линий, потолще и потоньше, и посмотрим, как эта краска будет просыхать. Я специально взяла черный тип для того, чтобы посмотреть, как она будет смотреться на темных фонах. Как вы можете видеть, пигментация у нее шикарная. Линии никуда не расплываются, никуда не убегают. Как я их нарисовала, так они и остаются. Даже в самую тоненькую линию пигментация просто супер. Сейчас все это безобразие я отправлю на просушку на 60 секунд в 48-ваттную лампу. Итак, смотрим, что мы имеем после просушки. Тонкие линии все прекрасно просохли. А вот где линии были потолще и объемными, ничего не просохло. Как вы можете видеть, вся краска размазывается. Поэтому делаем вывод, что эта краска только для тонких и изящных линий. Толстые объемные линии не прокатят ей нарисовать. Один дизайн я решила покрыть глянцевым топом, второй – матовым. К сожалению, матовый топ решил размазать мне стемпинг дизайн. Тем не менее, мы с вами можем видеть, как эта краска выглядит под глянцевым и под матовым топом. Главное условие этой краски – наносить ее очень тонким слоем, для того, чтобы она хорошо просохла. Вот такое видео с продуктами от компании Bon Pretty сегодня у нас получилось. Все продукты без исключения мне понравились. Да, есть особенности в использовании. Сейчас я говорю про металлизированную краску. Тем не менее, она очень классная. Надеюсь, такое видео было интересным и полезным для вас. Кто досмотрел видео до конца, пишем «Сочное лето». А на этом я сегодня буду с вами прощаться. Всего хорошего! Увидимся!